Всем доброго трямса, с вами Гринни, и это снова Game Dev Tycoon. Но, судя по всему, после пребывания в шикарном офисе, наш персонаж все-таки подсел на кокс, потому что думать он совершенно не хочет, и ничего нового у нас с вами особо не получается, да? Так, пираты и экшен сочетаются хорошо, сюжеты, квесты — неважный аспект игр такого типа. Ну да, действительно, про пиратов, что там важного там? Может быть, исследование. Целевая аудитория, казуальные игры. Слушайте, казуальные игры, по-моему, мозг у них у людей отупел несколько позже. Так, во, давайте-ка мы город исследуем. Это у нас просто бинго. Мы попробуем сейчас запустить опять SimCity и, может быть, опять как-то выехать на этом деле. Может быть, у нас что-нибудь с вами получится. Так, значит, мы исследовали следующий город, в смысле, следующую технологию. Создать новую игрушку. Значит, ну, естественно, SimCity. SimCity, выберите тематику, город. Кстати, подождите, что тут у нас все, да? Для всех она очень даже идет неплохо. Это у нас стратегия, безусловно. Выберите платформу, безусловно. Это у нас писюк, и ничего другого быть не может. Все приходит, все уходит, писюк вечен. Так, 3D-графика второго уровня, полетели. Давай, давай, постарайся в этот раз. Сюжеты в ноль, геймплей на максимум. Движок чуть-чуть, давайте вот как-нибудь так сделаем. Так, понеслась. У нас с этим вообще супер, мы на этом в прошлый раз переехали в новый офис. Но я даже не знаю, стоит ли переезжать в новый офис сразу же. Диалоги нахрен не нужны. Дизайн уровней давайте чуть-чуть поменьше сделаем. Интеллект на максимум. Интеллект, чувак, это то, что тебе не хватает очень сильно в этой жизни. Так, звук. Дизайн мира, графика. Где подсказки? Говорят, что звук здесь довольно важен. Ой-ой-ой-ой, дизайн мира, графика. Давайте-ка мы вот так вот сделаем, ребята. Все вместе и много, и вкусно. Все посередничку. И будем надеяться, карибасы завершились. 31 тысяча копий продано. По мере роста интереса к видеоиграм растет аудитория игровых журналов. Такие журналы — еще один хороший способ разработчику рассказать об игре, которую он готовит к выпуску. Это у нас маркетинг появился. Точнее, маркетинг, как некоторые мне говорят. Поправляют меня регулярно, я помню. Ну давай, 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 еще один шарик, чпонь. Отлично. 20 и 16. И рекорда не удалось, да? Угу. Но зато куча новых уровней мы получили. И наш перс даже получил третий уровень, наконец-то. Улучшенный опыт взаимодействия. Редактор уровней, графика 2D, версия 3. Короче говоря, полный набор. Анализ игры. Давайте SimCity проанализируем еще разок. Хотя, так, выпущенные обзоры. Нет, в этот раз это не будет хитом, к сожалению. Почему-то в этот раз не зашла игра. Что-то им не понравилось, ребята. Как-то говно, по-моему. Ладно, я говорю, что все на кокс ушло. Все мысли, все. Мозг растворился. Так. Значит, диалоги неважны. Да блин, да ты что? Это правда, что ли? Так, значит, исследование. Давайте посмотрим, что мы тут можем исследовать. Улучшенный опыт взаимодействия, редактор уровней, 2D-графика. Давайте 2D-графика нового уровня. Мы сейчас ее исследуем. Надо повышать свой потенциал. Так, накопив миллион на счету, вы сможете перейти на новый уровень. Вам может показаться, что это много, но не волнуйтесь. Выпустив игру хит, вы легко преодолеете. Ну да-да-да, я вообще-то ее только что выпустил, но она почему-то стала не хитом. Так, суки, вообще, на самом деле, будем в гараже сидеть до 2019 года, хотя тут не показывает, какой год. Год четвертый, месяц седьмой, ну отлично. Давай, кончай чесать репу, нам надо зарабатывать деньги. Давайте, мы сейчас будем делать новый движок, но нам надо много-много всего сделать еще, исследований провести. Так, редактор уровней, давайте, а можно сразу два, нет? Дайте два. Нет, не разрешают нам. Надо сделать супер продвинутый движок. Не получится, исследование 4 осталось всего. Супер продвинутый не получится. Ну да и ладно, нам вряд ли хватило бы денег на все новшества. Так, редактор уровней готов. Так, давайте создадим Grunity 2.5. Не будем. Так, подождите, а зачем нам графика
второй версии. Нифига нам она не нужна больше. Редактор уровней. Создать движок. 210 тысяч как с куста, и мы опять с голой задницей. Ну, практически. У нас всего 190 тысяч долларов. Хотя, с другой стороны, если бы у меня было 190 тысяч долларов, я бы вообще не парился. Я был бы очень-очень счастливым человеком, ребята. Просто невероятно. Так, делаем следующий движочек. Интересно, Майнкрафт выпустим когда-нибудь, нет? Сомнительно. Так. Что дальше-то будем выпускать? Квест, может быть, какой-нибудь с новой графикой, как раз самое оно. Правда, сомнительно, что у нас получится на этом сделать суперхит. Так, G64 скоро уйдет с рынка. Ну что, делаем новую игру. Давайте посмотрим, что у нас тут по тематикам есть. Пираты, гонки, средневековье, киберпанк. Блин, ну тайны опять попробовать. Нет, давайте средневековье и жанр квест. Даже не знаю, как это назвать. Нет, не вор. Слушайте, как назвать игру-то? Старый квест. Не будем мудрствовать лукаво, назовем как-то так. Дебильное название совершенно. Я думаю, что из-за него мы проиграем. Так, 2D-графика версии 3, 60 тысяч баксов как с куста. Суки. Так, значит, квесты на максимум. Геймплей поменьше, движок тоже поменьше. Квесты просто, вот просто, давайте попробуем просто на максимум. Вот так вот. Зачем там обучение игре, правда, не понимаю. Непонятно мне совершенно. Так, зато багов насыпалось немерено. Искусственный интеллект в ноль, он здесь тоже нафиг не нужен. Ай! Я что-то забыл. Я забыл что-то включить, ребята. Я лошара. Вот он даже задумался по этому поводу, что я лошара. Так, все, G64, до свидос. До свидос, прощаемся. Надо на нее было игру выпускать. Вот я бы поржал. Слушайте, что-то ты часто репу чешешь, парень. Давай, работай. Графика на максимум, звук чуть поменьше, дизайн мира вот как-то так, да? Так, монозвук. И новый движок мы ни хрена не используем, потому что я технологию, которую исследовал, нифига ее и не вставил. Я забыл об этом. Но зато мы получили, явно получили рекорд по дизайну. Что такое? Я дебил! Я полный дебил, я баги... Блин, ну ё-моё, там 5 багов. Вот я даун. Да. Сейчас меня так обосрут. Чего? Поняли, да? Надо выпускать игры с кучей багов. И тогда все будет нормально, все будет хорошо. Зарабатываем на багах, ребята. Так, отлично. Люди хотят много багов. Люди хотят очень много багов. Хотя, вы знаете, у меня такое ощущение, что вот то, что мы сейчас получили, да, вот этот вот хит, это было из-за того, что там выскочила табличка о том, что, значит, что мы заработаем, что мы в любом случае выпустим хит. Ой, да. Слушайте, я даже не знаю, надо, мне кажется, не надо переезжать туда сейчас. Не сейчас. Слушайте, а как туда переехать, если что? Так. Мы закончили. Так, средневековье с квестом отлично сочетается. Искусственный интеллект – неважный аспект игр такого плана. Так, хорошо, давайте мы проведем сейчас исследование. Значит, что нам надо? Нам надо улучшенные диалоги сделать. И можно какую-нибудь RPG-шечку попробовать сделать, да? Новейшая игра от компании, так, в хвалебных отзывах, все, все замечательно, все, все отлично. Но только в этот раз мы выехали на квестов с дебильными названиями совершенно. Ранг 1, ребята, ранг 1, 2,3 миллиона баксов, как с куста, и куча фанатиков. Так, улучшенные диалоги, отлично. Значит, дальше исследование. Новая тематика, жизнь, хирургия. Это будет экшен, ребята. Это будет экшен. Экшен про хирурга. Вообще огонь. Хотя, на самом деле, мы будем с вами выпускать симулятор. Но для начала я буду сейчас проводить исследование, насколько это возможно, да? Что мы там еще что-то сможем сделать, да? Что мы можем сделать еще?
Так, 15 очков, улучшенный опыт взаимодействия, 3D-графики, простая, так, простые видеовставки. Давайте простые видеовставки сделаем. И сейчас мы сделаем еще один движок, наверное, как мне кажется, Grunity 2.6. Вот, и у нас 2,9 миллиона баксов. 2,9 миллионов баксов, как с куста, мы можем сделать новый охренительный движок. Так, значит, создать свой движок, простые видеовставки, так, графика предыдущего поколения нам нахрен не нужна, улучшенные диалоги, создать движок. Ой, ребят, в одно лицо, правда, я его делать буду, конечно. Вот чем офис хорош, там можно нанять еще одного этого самого чмучмумбрика и не обламываться. Все-таки побыстрее бы все проходило. Я даже не знаю, я думаю, что будем переезжать в следующей серии. А в этой серии пока еще здесь потусим, немножечко покачаемся. Кстати, интересно, его навыки прокачиваются сейчас или как вообще? Там технологии и так далее, как бы их посмотреть в гараже? В гараже, похоже, нет рентгена и не показывают. Так, опять репа зачесалась. Блин, надо Head and Shoulders купить, это перхоть, я понял. Давай, работаем, Арбайтон. Вы заставили говорить о себе и неплохо заработали. Да не хочу я сейчас никуда переезжать. Блин, ладно, хрен с вами, переезжаем. И продолжаем здесь чпонькать. Так, большой просторный офис. Да я в курсе. Так, я в курсе, что я должен пройти тут тренинг. Давай, вы должны тренинг... А, черт, точно. Я сам должен пройти тренинг. Печаль, беда, разочарование. Но зато движок мы новый сделали. Так, игровой движок... Я не назвал его Grunity. Боже. Так, ладно, хрен с тобой. Управление персоналом. Давайте... Начинаем обучение. О, все, блин, мозг опухает. Вот хотел сидеть в гараже, опять придется кокс нюхать. Все время так. Так, и Sega Mega Drive 2 у нас вышла. Все, огонь. Так, замечательно, вы успешно завершили курс по управлению персоналом. Так, отбор так, давайте мы потратим на этого перца 150 тысяч, сложные алгоритмы, начать поиск. Так, а что ты у нас можешь сделать? Что ты можешь сделать для хип-хопа в свои годы? Так, пам-пам-пам, заставь меня думать. Ну, этому перцу, в принципе, нужно все, поэтому давайте мы исследуем хоть что-нибудь. Так, исследование, да. Исследование. Кстати, да, прокачка идет у нас, оказывается, только вот с этого самого. Только в этом офисе начинается. Так, 170, дизайн этот вообще лох какой-то педальный. Так, хорошо, давайте вот этого перца наймем. У него 368 технологий, давайте мы его нанимаем. Средние игры у нас появились. И обучение, тренинг для новых сотрудников, начать обучение. Тем временем мы потихонечку тоже прокачиваемся. Так, и надо бы нам новую игру замутить, наверное. Но, так, как у тебя тут дела, парень? Заканчиваешь обучение, да? Закончил. И что? А что-то у тебя тут ничего не изменилось в лучшую сторону? Ой, господи, боже мой. Так, сейчас мы будем опять здесь нюхать кокс и больше ничего не делать, как я понимаю, да? Так. Давайте создать новую игру, значит, выберем тематику, хирургия, господи, ужас какой, симулятор, надо было стратегию сделать, короче говоря, почки против печени воюют. Так, выберите игровой движок, движок номер 4, и так, и вот так вот назовем. Хирург от бога через Е. Так, понеслась, значит, 2D-графика. Почки у нас будут необъемные, к сожалению. Но, может быть, печень зато их победит. Нормально. Простые видеовставки, это, безусловно, обязательно нужно. Так, геймплей. Давайте геймплей повысим, а сюжеты, квесты уберем нафиг. Так. Хотя, с другой стороны, смотрите. Вот, видите, мы не можем, значит, использовать на всю катушку. Значит, надо хотя бы чуть-чуть. Вот если движок, кстати... А, нет, все нормально. Вот таким образом мы поступим. Первое, что было, первое, что мы сделали, это был баг. Этот вообще одни баги клепает. Так, значит, диалоги. Диалоги в говно, они нам тут не нужны. Значит, дизайн уровней по максимуму. Так, улучшенные диалоги. Интеллект давайте поднимем. Ну, диалоги, они хотя бы улучшенные, но на них мы время тратить не будем.
Да, багов мы наплодили немерено. Базовый звук, тут все понятно. Графика, дизайн, ну, в принципе, как-то так, наверное, надо. Хотя это симулятор, давайте дизайн мира мы понизим, звук мы повысим. Вот как-то так вот, наверное, сделаем. И графика на максимум. Нам бы как-то держаться в районе 2 миллионов вот здесь вот. И надеяться, что все будет хорошо. Так, может быть, сразу завершить, а то прошлая забагованная игра дала нам сразу 3 миллиона баблянского. Может быть, это основополагающее? Люди без багов игры не хотят видеть? Красавчик, посмотри, сколько наделал нам всяких приколов уже после завершения фактически. Новый рекорд, отлично. Так, выпустить игру. Разносторонний. Выпустите успешную игру в каждом из 5 главных жанров. А откуда ты знаешь, что я выпустил успешную игру? Или он уже что-то знает, чего не знаю я? Так, анализ игры. Так. Хирург от бога. Исследуем. Значит, первые обзоры пошли. Да ладно. Да ладно. Десяточку, пожалуйста. Сука. Геймхира точно хочет, чтобы мы с ним разобрались, ребята. Так, давай посмотрим, что у тебя тут. Обучение, давайте посмотрим. Значит, у тебя надо прокачивать технологии, да? Тут технологии на единицу всего дают. Геймдизайн, не повторяйтесь. Несовершенный код. Давайте вот эту вот шляпу попробуем и посмотрим. Я опять забыл, что там, что, где что дает. Так, дизайн и, значит, и технологии он сразу повышает. Похоже, игры жанра экшен набирают популярность. Значит, мы сейчас с вами будем делать игру жанра экшен. Мы закончили анализ игры «Хирург от бога». Хирургия и симулятор сочетаются превосходно. Геймплей – очень важный аспект игр такого типа. Мы поняли еще кое-что. Так, ну это мы и так знаем, не поверишь. Так, ну-ка, значит, исследование. Что мы там можем сделать? Маркетинг, улучшенный опыт взаимодействия, 3D-графика. Ребят, надо 3D-графику исследовать, как мне кажется. И открытый мир, и добавлять все это в Grunity 2.6. Ну, точнее, это уже, наверное, даже 3.0 будет. Смотрите, технологии-то поперли, ребята, технологии-то. Нормально качнул. Так, исследование, что мы тут можем? Новая тематика, давайте посмотрим. Ниндзя, жизнь. А жизнь, вот жизнь, это стратегия или симулятор жизни, ребята? Симулятор жизни, может покатит. Но, правда, мы все равно будем исследовать экшен, поэтому зря я это сделал, на самом деле. И продажа у нас полное говно опять. Так, давай, репу переставай чесать. Поехали. Так, продажа хирурга... Превысили ожидания, да, 50 тысяч штук. Да говно это полное. На самом деле, практически хит сделали. Так, расшифровать нашим агентам. Так, значит, агентам недавно удалось позаимствовать кое-какие данные об исследованиях, которые могли бы показаться вам полезными. Если вы заинтересованы, то переведите 5 тысяч на наш счет и ожидайте информацию. Ну, 5 тысяч это, в принципе, копейки. Давайте мы переведем эти 5 тысяч. Было приятно иметь с вами дело. Вы успешно исследовали правительство. Так, отлично, значит, давайте мы какое исследование? Новая игра. Нет, подожди. Обучение. Нет, не исследование. Нам надо сделать новый движок. Новый движок, это будет Grunity 2.6. Хотя, вообще-то, он уже был бы должен был бы быть 7. И 3D-графику мы туда тоже добавляем. А больше здесь, в принципе, ничего и нету. А зачем мы тогда его делаем? Ну, хрен его знает. Немножечко, может быть, научимся чему-нибудь. И мы опять в жопе, да? То есть 1,7 миллиона баксов у нас. Хотел я держаться на отметке 2 миллиона, но что-то как-то не сильно получается. Так, парень, ты будешь вообще принимать участие в разработке? Лошара педальный. Да все потому, что он рыжий. Знал бы, что он рыжий, я бы его не нанял. Хотя, блин, я в принципе против рыжих ничего не имею. Веснушки прикольные, особенно у девушек. Ну да ладно. Все равно он какой-то лошар и очень медленно все это делает. Так, все, почти готово. Сейчас мы будем с вами делать какой-нибудь супер экшен. Так, Grunity 2.6 готов. И мы делаем новую игру. Давайте выберем тематику. Жанр нам и так понятен. Экшен про хирургию. Давайте сделаем, что там уж. Так, давайте, значит, битва 2. Супергерои, экшен. Выберите платформу. Писюк, естественно, выберите движок Grunity 2.6. И делать мы будем в 3D графике, ребята.
В этот раз мы будем делать 3D-графики, потому что, ну, пора уже. Сюжета квест в ноль. Так, подождите, не в ноль. Нам надо вот как-то нам надо оставить здесь... Ладно. Геймплей. Хотя, блин, в задницу его. Простые видеовставки оставим и все. И вот так вот сделаем. Все в движок. Он у нас будет супертехнологичным. Хотя, может быть, зря я это сделал. Может быть, надо было оставить линейный сюжет. Так, улучшенные диалоги. Редактор уровней. Диалоги здесь вообще не нужны. Дизайн уровней. Искусственный интеллект. Давайте вот так вот сделаем. Ладно, понеслась. Улучшенные диалоги все-таки оставим. Так, и у нас появился тест, да? Или супертест, что там, я забыл прочитать. Точнее, не успел. Так, ну игра получится как минимум технологичная, да? Дизайн мира уменьшаем, графика, звук. Так, 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 базовый звук, монозвук. Все, все верно. Вот так давайте сделаем. Звук должен тоже быть на уровне. Прям-таки совсем на уровне. И какие-то козлы у меня во дворе сигналят. Опять, сволочи. Похоже, рынок снова... Да вы издеваетесь! Я экшен только-только, блин. Суки! Только я, значит, выпустил экшен. И у нас нету никого. Ну, может быть, кто-то еще хочет поиграть? Нет? Ну, новый рекорд по технологиям у нас зато появился, да? 3D-графика чуть-чуть прокачалась. Выпустить игру. Так, сразу... А, мы должны сначала дождаться, пока вот этот обзорчик пройдет. Да хрен там. Опять, слушайте, опять кокс. Опять кокс пошел в дело, судя по всему. Судя по тому, что оценочки-то как-то не айс. 6, 7, 8, должно быть 9. Нет. Обломали. Вот Game Hero, он какой-то странный на самом деле. Наркоманская какая-то тема. Так, анализ игры. Давайте битву выбираем. А тебе поставим какой-нибудь... А тебе поставим в отпуск. Эх, да, выпущена игровая платформа Super TES от Nintendo. Превосходно. Ну что, ребят, на этом мы с вами будем завершать. Эта серия у нас получилась, ну, так себе серия. Переехали в другой офис. Опять нюхаем кокс, опять девочки, все дела. Но девочек мы вам не показываем, они там за кадром тусят, вот, с алкоголем и, собственно, и с коксом. Вот. Если вам понравилось это видео, то, как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте обязательно видеоролики. Заходите ко мне в группу ВКонтакте на стримы. Ну а с вами был Гринни. Всего доброго, всем пока и отличного настроения!